Я уже нажал, все. Так вот и перейдешь вон туда. Туда ставишь. Вот так. Со страхом Божиим и верою приступите. Господи, исповедую, ко Ты есть, и воистину Христос, Сын Бога, живаго, пришедший в мир грешных, спасти от них же первого есть мазыще верую, ко сей самое пречистое тело, и самая честная кровь Твоя. Молюся, Бог, Тебе, помилуй меня, прости мне все прегрешения мои, вольное и невольное, словом я же делом, уже ведение и неведение. Исподоб мне осужденно причастие, причастие Твоих таинств, восстановление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечер Твоей тайны, не Сыне Божий, причастником я прямой. Прими, не по врагам тайну поверь, не лобзанье Тебе дам я, Каиуда, но по разбойнику исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждении будет мне причащение причистых Твоих тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Причистая кровь Господа Бога спаса нас, Аллилуйя, 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 аллилуйя.
достояние Твое. И Духом Святым истины, приехом Духа Небесного, обретоком веру истинную, неразделенной Троице поклоняемся, Табо нас послает. Всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Да исполнится уста наша хваление Твоего, Господи, я когда поем славу Твою, я Господу велись и нас причаститеся, святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайно, соблюди нас во Твоей святыне, весь день поучайтесь о правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Просим, прежде Божественных святых, пречистых, бессмертных, небес, ожидающих страх и Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Друг друга весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи, Господи. Славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Ом изыде. Во имени Господне, Господи, помилуй. Благослови, благословящий Тебя, Господи, священно Тебя уповающий, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохраняй святи любящие боголепие дома Твоего. Ты тех вас прослай божественную силу, не остави нас уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему даруй церковь Твоим, священникам, всем людям Твоим. Яко всякое дание блага и все дар совершен свыше, исходя от Тебе, со свету Тебе славы и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Благослови Господа на всякое время. Выну хвала Его во всех моих. О Господи, похвалится душа моя. Да услышат кротцы и развеселятся. Возвеличите Господа со мною. И вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услышана. И от всех скорби моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищего злой Господь услышай, и от всех скорби Его спаси. Ополчи за мне, Господи, не призбоящихся Его, и избави их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает на. Бойтесь, Господа, все святи Его, яко нет лишения боящимся Его, богатя обнищавшие залкашу. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня,
Страху Господню научу вас, кто из человека тяй живут, любит не видите благи, удержи язык твой от зла, и от святой ежени глаголотельси, уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господина праведные, и уши его молитвы их, лице же Господина творящие злое, еже потребите от земли памяти, вас ваше праведные Господь услышай, и от всех скорбей их избави, близ Господь сокрушенным сердцем. И смиренные духом спасе, многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь, хранит Господь вся кости, ни едино от них сокрушится, змей грешников люто, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословите Господи на вас только благодать и человека любим всегда, ныне пресны, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистейства Матери, святых славных и всеправных апостолов, преподобных богоносцев, отец наших и живосвятых отца наша Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого и святых священномучеников Климента и Петра, их же и память ныне совершаем и всех святых. Помилует и спасет нас, яко благо человека любец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.